На Ставрополье прибыли участники выездного заседания Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Они уже больше недели на Северном Кавказе инспектируют социальные учреждения и места принудительного содержания, а также детские дома, интернаты, центры для лиц без определенного места жительства. Начали в Дагестане, побывали в Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Теперь вот в край разделились на три группы. Первая отправилась в специализированную общеобразовательную школу закрытого типа в селе Горнозаводском. Здесь учатся дети от 14 до 16, у которых есть судимости. Какая у тебя мечта в жизни? Ну, я хочу поступить в колледж, ну, завести детей, дом, машину, и чтобы, ну, профессия хорошая была. Раньше школа была смешанной, теперь учатся только мальчики. Большинство из них теперь кадеты. Мы просто увидели, как можно из детей, попавших в криминальную среду, сделать достойных членов нашего общества. Я считаю, что вот опыт горнозаводской специализированной школы мы должны перенять и попытаться этот опыт привнести и показать в других регионах России. Посетят участники выездного заседания Совета при президенте также изоляторы временного содержания и отделы полиции в Кисловодске и Ессентуках. Сегодня планируется встреча с губернатором Владимиром Владимировым в Пятигорске. Ну а завтра итоговое заседание.